Наши будут кататься на лодках, на весельных и на моторных. И вот мы участвуем в этой игре, мы едем на лодке. У нас много препятствий, всякие крокодилы по реке плавают, но нам надо набрать и денежек, и много энергии. С буквой N это энергия. Если мы берем эту энергию, мы можем ускоряться на ходу, то есть включать форсаж. Если мы берем S, это доллары, или, так сказать, наши рубли, переведенные в доллары. И мы едем, едем, едем. Вот теперь мы приехали первые, и другой этап игры. Мы стартуем в другом этапе, уже тоже первым. Тут нам попадается, конечно, я хочу его обогнать, и мне это удается. Но самое главное — прийти первым. Если вы приходите первым, вам дают большой приз денежный. Или не денежный, большой кубок. Вот, по-моему, я пришел первым. Да, красная лодка пришла первым, и я получил первый приз. Следующая игра — это любимая игра всех детей в Америке — Капитан Америка. Нам надо пройти по территории Америки и освободить Америку от всех нехороших негодяев, людей-негодяев. И начинается, конечно, все с первого самого легкого уровня. У нас есть щит, который мы можем бросать и зарабатывать всевозможные бриллиантики, денежки. И, конечно, на нас нападают, но мы можем и плавать, и нырять. Видите, как тут все сделано? Интересно. Интересная игрушка — Капитан Америка. Мы можем, нагибаясь, выбивать вот из этих чашечек всякие призы. Вот такая была игрушка. И, конечно же, многоигровка 11 в 1. Вот первая игрушка, которая — это футбол в этой игре. Ну, футбол не очень. Вот следующая игрушка — это волейбол. Видите, тут очень много, и все игры с мячом. Бейсбол, например. Это для тех, кто, конечно, знает правила бейсбола. Вот это лунарбол, это, проще сказать, бильярд. Вот эта игрушка — это пинг-понг. Или как? Следующая игрушка — это у нас настольный теннис. Мы попробовали, ты его сейчас включили, и я пытаюсь разобраться в этой игре, удастся ли мне это, я не знаю, потому что в теннис я ни в одной платформе не видел настольного тенниса, а вот в 8-битной платформе этот теннис есть. Вот видите, я не могу подать, потому что я не знаю, какие кнопки тут надо нажать, чтобы подать. Кто знает, может прийти или написать нам письмом и рассказать, как же подать в теннисе шарик рукой. Ну, по-моему, мне сейчас это удастся. Вот. Что-то не подается все-таки. Сейчас попробую еще разок. Вот я подал. Ну, теперь отбиваем. Эх. Да, я промахнулся. Ну, ничего, может, мне в большом теннисе повезет. Итак, большой теннис, правила-то я знаю и знаю, как подавать. Подал-то я сразу. Как мне удастся отбить? Ну что ж, вот видим, подтяни, куда мячик отпускается. Эх, я не добежал до мяча, и, конечно же, мне баранка, то есть гол. Тут очень много игр, это вот гольф. Тоже можно играть, конечно, тоже надо знать правила, а правила простые. Надо вот этот шарик слева, который мужчина стоит, попасть вон в ту лунку, с правой карты вдалеке. Но мне это тоже не удалось. Пинбол, ну, эта игра, конечно, знают ваши родители. Раньше эта игра была на доске. Была пружинка на доске такая, натягиваете эту пружинку, и шарик летает, и вы набираете очки. И вот такая же игрушка в 8-битном формате. Ведь вы можете отбивать этот шар, он может упасть у вас. Очень интересная игра, но это самым юным игрушки. Для самых юных. Ну и как всегда, сердце нашей программы — конкурс для любителей нашей программы. А вопрос у нас такой, хитрый на засыпку. Что такое означает, кто любит игры, любит компьютеры, тот, конечно, сможет догадаться и прочитать это, и написать нам письмо. Что такое булк-сунок в компьютерной терминологии? Запишите нам. Сунок. И к концу программы еще хочу поздравить всех мусульман с наступающим праздником. До свидания. Пока.